А ми хочемо представити в нашій студії Наталю Корабльову, організатору проєкту «Талановитий южанин», а також Антона Малиновського, співорганізатору проєкту «Талановитий южанин». Тож вітаємо вас у нас у студії. Вітаємо вас, доброго дня. І хочемо поспілкуватися про насамперед свято, яке відбулося. Да, не знаю, ты еще цикавого. Ребята, талантливый южанин. Действительно интересное событие в жизни города. Будет проходить финал уже вот в эти выходные. Скажите, пожалуйста, вообще о самом конкурсе. Сам конкурс направлен на то, чтобы дать возможность развиться николаевским талантам молодежи, которая, ну, вот сейчас не всегда может получить ту поддержку, ту, скажем так, опору в данном плане. И мы хотим вам помочь выйти на сцены города и, может быть, Украины в дальнейшем. Сейчас будет финал, проходило несколько этапов. Когда начался первый этап, с чего он начинался и что прошли участники? Первый этап был еще в мае. Это были первые кастинги, первые отборы. Из, по-моему, 60 участников мы отобрали 15 лучших. После они летом выступали на различных мероприятиях, допустим, вот, ну, Лайкфест был, тоже выступали наши финалисты, уже финалисты на тот момент. Ну и сейчас вот будет финал, где определим лучшего. Кто прошел финал? Сколько участников? 15 человек, это были и танцоры, и вокалисты, и барабанщик. По каким критериям происходил отбор участников? Критерии... Ну, в основном это мастерство исполнения, оригинальность жанра, артистизм и так далее. У нас есть небольшой промо-ролик по поводу вашего фестиваля, вашего конкурса. Мы предлагаем его нашим телезрителям. Итак, 20 ноября в 16:00 у николаевцев есть возможность прийти и посмотреть на самых талантливых участников вашего конкурса. Какие номинации и кто претендует на победу? Можете нам приоткрыть немножко занавес? Не можем. Вот не скажем, кто претендует. Естественно, думаю, хотя бы по номинациям. Какие номинации? Номинация будет главный победитель, будет приз зрительских симпатий и, скажем так, от организаторов. Каким образом будет определяться приз зрительских симпатий? Потому что, думаю, сейчас все телезрители взгордились тем, что от их голоса что-то будет зависеть. Мы планируем разместить интернет-голосование в группе ВКонтакте, куда все смогут зайти во время конкурса и проголосовать. То есть голосование будет происходить непосредственно во время конкурса? Да. Угу. Ребята, сейчас возможность, извиняюсь, что договорю мысль, то есть сейчас же возможность интернет есть, всегда выйти можно, поэтому не составит проблемы. Конкурс «Талантливый южанин», как вы уже сказали, проходит с самого мая. Какие будут выступления, какие номера, чем будете интриговать и заинтересовывать зрителя? Потому что действительно талантливое выступление, но что именно будет? У нас есть вокальные выступления. Будут ребята, которые будут исполнять самые вот, хиты, скажем так, самые горячие песни, которые вот только недавно вышли. То есть некоторые вас точно удивят. Танцоры тоже у нас великолепные, и контемп, и восточные танцы. Какая-то редакторская работа проходила, которая отбирала номера у участников, готовила их? Да, ну мы проводили редактуру организаторской системы. Хотелось бы у Наташеньки, как у организатора, узнать, чем вы будете удивлять николаевского зрителя. Возможно, кроме участников будут еще какие-то выступления? Да, помимо наших финалистов у нас будут еще гости из экшена, гости из джема. То есть они будут показывать свой уникальный номер. Дальше будут призы от партнеров наших. Про призы детальнее, я думаю, заинтересовались сейчас все. Ну, главный приз у нас будет 1000 гривен, сертификат. Второе, третье место и так далее. То есть всех остальных мы будем награждать сертификатами, допустим, на посещение разового Gym Style, это спортивный клуб. То есть будут и талантливые, и спортивные участники. Да. Ребят, после того, как закончится финальное вот это выступление, когда определят участников, участники разойдутся, и на этом все, или будет какое-то продолжение? Нет. Конечно же, мы будем заключать с победителями контракт, и в дальнейшем мы будем продвигать их на разных сценах.
Планируется ли в следующем году или, возможно, уже в следующем сезоне продолжение «Талантливого южанина»? Ну, все возможно. А мне бы хотелось узнать немножко, как коснуться истории и узнать, как вообще возникла идея и кем она была продвинута, так сказать. Кто первый? Ну, я еще в прошлом году подумала об этом, почему бы не собрать николаевские таланты, потому что им реально негде выступать, то есть нету площадки для их развития. Мы решили сделать кастинг, ну и как-то все с собой пошло. У вас даже проходила волонтерская работа, к вам приходили люди, чтобы помогать в организации конкурса. Да. Расскажи об этом подробнее. Помогали нам члены организации, то есть мы 2 года назад начали собирать людей в нашу организацию, и их это заинтересовало, и они пришли. Организация, расскажи, пожалуйста, о том, чем вы занимаетесь, о ваших каких-то проектах. Ну, в основном мы занимаемся талантливыми людьми. У нас в феврале проходил вечер памяти Андрея Кузьменко, то есть в сити-центре мы собирали большое количество людей, исполняли его хиты, ну, было очень интересно. Присоединиться к вашей организации может любой желающий? Да, конечно. Что для этого нужно? Какое-то посвящение проходить нужно? Ну, для этого нужно подать заявку в электронном виде, то есть в группе ВКонтакте это все есть. Ребят, я думаю, что стоит сейчас еще раз напомнить, где, когда и как будет проходить финал вашего конкурса, чтобы телезрители могли присоединиться к нему. Друзья, приглашаем всех вас в Дом культуры молодежной 20 ноября 16:00. Будем всем рады. Ну что ж, спасибо вам. Я нагадую телеглядачам, що сьогодні до студійного дня завітали організатор та співорганізатор проєкту «Талантливий южанин» Наталія Корабльова та Антон Малиновський. Ми дякуємо друзям. Дякую.